Всем привет, друзья! Вы на канале Фэншоп, полезные и не очень. Сегодня выпускаю обещанное видео по копированию данных со старого телефона на новый. Производить мы будем это с помощью Google и Wi-Fi. Забегая вперед, скажу, что это можно сделать с любым Android смартфоном с поддержкой Google сервис. И не важно, какая марка у вас телефона, главное, чтобы она поддерживала сервисы корпорации добра. У микрофона Георгий, лайк, подписка за полезный контент и погнали! Подопытными у нас будут выступать смартфоны Blackview A53 Pro и свеженькая новинка от компании Tecno – Poco Neo 3. Обзор данных смартфонов есть у меня на канале. Кто еще не видел, переходите, зацените. Все это будет делаться посредством Wi-Fi. На старом телефоне включаем Wi-Fi и Bluetooth. Все. Переходим к новому нашему герою. Это у нас будет новенький телефон от компании Tecno, модель Tecno Poco Neo 3. Подключаемся к нашей же сети. Сейчас я подключусь. Подключено. Далее. Условия использования. Все принимаем. Далее. Кому-то это видео будет полезным, я думаю. Все-таки телефоны часто меняются. Это дело будем делать посредством обычного Google. Так что можно переносить любой Android смартфон на любой же, любую марку другого телефона. То есть, допустим, у вас Xiaomi на Samsung. Samsung на Xiaomi. Словно Oppo на OnePlus, то есть здесь никаких ограничений нет. Подготовка телефона идет. Высветилось у нас, скопируйте приложение и данные. Вы можете их переносить, фотографии, контакты, Google, другие данные. Вот мы этим сейчас и займемся. Далее, будем использовать обычный Wi-Fi. Можно через кабель? Так, далее. Проверка. Откройте приложение Google. Вот у нас высветилось, пожалуйста, на старом устройстве. Настроить новое устройство. Здесь заходим. Подключение. Видим. Фигурки должны совпадать. Как видим, фигурки совпадают. Далее. Скопировать на новое устройство. Копировать. Приложить. Копирование аккаунтов пошло. Понеслось. Оба устройства должны быть включены, расположены рядом друг к другу. Ну вот, ребят, и ожидаем. Идет копирование полное. Здесь, если что, перемотать можно будет. Я перемотаю, чтобы вас долго не задерживать. Друзья, если вы хотите оперативно получать свежие новости о новинках, подписывайтесь на мой одноименный телеграм-канал. Там я каждый день публикую огромнейшее количество новостей и горячие предложения от AliExpress по самым выгодным ценам. Переходите, ссылочка внизу в описании. Перенести все приложения, контакты, все-все-все. Возможно, Tecno Poco не будет приносить все информации. Google календарь, но это понятно. Все можно дополнительно перенести. Копировать. Все, пошло копирование. Все очень и очень просто, ребят. Здесь, соответственно, мы все принимаем, все галочки. Ставим принять. Проверка. Сделать еще один аккаунт. Настройка текста. Нет, спасибо. Все, копирование, да, недавно пошло. Ожидаем. Так, ну что, ребят? Все, копирование завершено, соответственно, как видим, все у нас скопировалось, ставим готово, подготовка телефона, здесь закрыть, несколько минут и все, телефон наш будет готов к работе, точно такой же, как и пользовались со всеми приложениями, со всем, что надо. HiOS, вас приветствует HiOS 13.00, настраивает ваш рабочий стол. Ну все, ребят, как видим, проходит скачивание, то есть надо после этого немножечко подождать. Как видим, все приложения, которые были у нас, все перенеслись. VB, Ozon, все. Вот такой вот нехитрый способ, ребят. Пользуйтесь, все приложения, все условно
видео, все переносит. Галерею давайте я вам покажу. Покажу, что все это дело у нас перенеслось. Фото в облако. Пожалуйста, ребят. Все, которые были у меня фотографии, все у нас перенеслись. Причем даже с датами, пожалуйста, все перенеслось. 14 апреля, 12 апреля. Все перенесло. На этом буду заканчивать. Если видео было полезно, ставим большой палец вверх. Подписываемся на канал, если еще не подписаны. Пишите в комментариях вопросы, если что-то было непонятно. На все постараюсь ответить. Залетайте на мой телеграм-канал со скидками и новостями. Впереди 11.11. Обещаю искать только лучшие предложения по самым низким ценам. Всем мира, добра и позитива. И пусть все у вас будет по фэншую. До новых встреч. Пока-пока.